Участие в параде приняли 5000 казаков. Чеканя шаг, они прошли по главной городской площади. Собравшихся приветствовали почетные гости. Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для Кубани казачество всегда было неотъемлемой частью жизни. История Кубани и казачества полна славных и героических страниц. Благодаря усилиям казаков Россия прирастала своими территориями, осваивались и заселялись новые земли. И главное, казаки всегда стояли на страже рубежей нашего Отечества, укрепляя государственность, заботились о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Сегодня вы продолжатели славных традиций. Кубанское казачье войско – самое многочисленное, самое организованное казачье войско в стране. Вы патрулируете улицы наших городов и станиц, охраняете школы и детские сады, растите хлеб на своей земле, участвуете в управлении муниципальными образованиями. От вашего образа жизни, от вашей активности и результативности на службе, на работе, в учебе или дома зависит, пойдет ли за вами молодежь Кубани. Будете ли вы являться для нее образцом для подражания? Поверят ли в вас жители края? На вас сегодня смотрит Кубань. На вас сегодня смотрит Россия. Служите во имя процветания Кубани, ради мощи, благополучия и величия нашей великой державы. В параде приняли участие районные казачьи общества, казачьи-кадетские корпуса и даже десантники воинской казачьей части. Перед началом прохождения парадных расчетов на площадь вынесли регалии кубанского казачьего войска, в том числе и жалованную грамоту Екатерины II. Возрожденное казачество – реальная сила. Люди поверили нам, почувствовали в казаках крепкую опору. Этот авторитет стоил нам больших трудов, и мы не должны его потерять. Каждый день казаки Кубанского казачьего войска с честью продолжают нести все виды государственной службы. Совместно с полицией охраняют покой граждан. Под защитой казачьих охранных предприятий находится уже почти 2400 социальных объектов. За последние 3 года больше 10000 молодых казаков и атаманов пополнили ряды кубанского казачьего войска. В кадетских корпусах и казачьих классах обучаются около 90000 детей.